В районе села Ковардицы столкнулось сразу несколько автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин произошло накануне днем. Столкнулись сразу три автомобиля – «Пежо», «Газель» и «КамАЗ». К счастью, люди в аварии не пострадали. Чего не скажешь о транспорте. Позднее загорелась «Газель». Сообщение в Главное управление МЧС России поступило в 16:07. Пожар на площади 6 квадратных метров ликвидировали.